tatu28opt.ru – самый крупный интернет-магазин тату-оборудования в России и странах СНГ. Всем привет, друзья! Сегодня будет перекрытие портака. Как видите, это не очень качественно сделанная работа. Клиент хочет перекрыть ее леопардом, на что я согласился, но только после осветления работы, об этом чуть позже. Сразу скажу, из-за того, что это кавер, я использую немного другие цвета, нежели если бы это была чистая область, и у нас не стояла задача перекрыть. Это первый сеанс, на котором я все обконтурил, для контура взял 5 РЛ и кончиком иглы пробил весь рисунок. После чего, как и говорил ранее, забиваю нужные нам области белым пигментом, тем самым осветляю старую работу для лучшего перекрытия. Более детально, если интересно, могу сделать отдельное видео об осветлении. Сеанс длился примерно 1 час. Для вас прошло пару секунд, для меня и клиента 2 недели. Как видите, осветление прошло удачно, но можно еще разок пробить белым без фанатизма для лучшего эффекта. И будет очень годный вариант под перекрытие. На втором сеансе решили забить все самые темные участки, для этого использую 7 РЛ для мелких подкрасов и 11 магнум ровный для закраса. Работаю роторами, пигмент от производителя краска, после закраса еще раз пробил белым, сделал второй сеанс не более чем 1,5 часа. Прошло еще 3 недели, и мы приступаем к закрасу леопарда. Как я и предупреждал, в связи, что это кавер, цвета изменил и использую палитру, которую сам мешал под эту работу. Больше холодных оттенков и темнее, чем оригинал. А главная цель – это перекрыть. Использую 11 магнум ровный и контурную 7 РЛ для мелких подкрасов. Особую детализацию не делал, оставил на коррекцию, и так сделали достаточно много и затравмировали пару участков. В связи с этим на коррекции буду доделывать работу. И вот, финальный сеанс. Зажило все достаточно хорошо. Немного повыпадало в местах интенсивного закраса, на зеленом больше всего. Но это маленькая частичка работы, которую можно просто откорректировать. Чем мы сегодня и будем заниматься. Помимо коррекции, буду делать чуть больше детализации рисунка, так как на третьем сеансе мы перенесли этот процесс. В общем, работу сделал за часов 6. Как заживет, сделаю обзор на парочку работ. Если было интересно, ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока!